1 апреля во всем мире отмечается День смеха. В этот день принято разыгрывать друг друга. Мы ни над кем шутить не стали, а просто поинтересовались на Одинцовской улице. Какая последняя история вызвала смех или улыбку, или просто подняла настроение? Сегодня разбил тарелку. Разбил как? Включил плиту, подогрел тарелку с блином и, соответственно... И она лопнула. Было шоу, да. Небольшое. Наша маленькая дочка сегодня нам выдала... Когда мы собирались на прогулку, она вместо того, чтобы одевать ботиночки, она начала очень дико смеяться. Она как бы начала одевать на руки ботинки, то есть на все, что угодно, кроме ног. Я случайно проехала свою остановку, в итоге вышла на Киевской и купила флейту. Это да. Давай. Вчера смеялся, пришла моя внучка. Ну и авансом меня рассмешило, рассказал анекдот. Ну вот я и наржался. Так что я всех поздравляю с днем 1 апреля, днем смеха, днем весны. Какая весна все-таки у нас прекрасная в этом году. Особенно после такой тяжелой зимы.